Жители Ноябрьска активно интересуются судьбой своей пенсии. Горожане моложе 46 лет за последние полгода часто обращались в пенсионный фонд для того, чтобы решить, кто же все-таки будет управлять их накоплениями. Напомню, до 31 декабря 2013 года граждане должны сделать этот выбор. Список государственных и негосударственных пенсионных фондов России можно посмотреть на официальном сайте Фонда России, на портале госуслуг, а также на стендах управления ПФР в Ноябрьске. На сегодняшний момент можно сказать, что в пенсионный фонд из негосударственных пенсионных фондов возвратилось 89 застрахованных лиц. Из пенсионного фонда, то есть ПФР, ушли в негосударственные пенсионные фонды где-то около 200 застрахованных лиц. Из них подали 200 человек заявление на вступление в программу добровольного софинансирования.